дорогой, иди-ка сюда. Нет, дорогая. Да, дорогой. Ты мне и так дорого обходишься. Я дорого. Посмотри на меня. Потому что на улице зима. Красавчик. На улице зима. Где зима-то? Вот, вот так вот. На улице зима. Какая там зима? Там серая, нету зеленочки. Вот тебе да? Еще раз говорят, на улице зима. Вниз опусти. Куда вниз-то? На улице зима. Сейчас было зима на улице. В каком зима-то? Вот видишь, на улице зима была. Я понял, снег уже сделал. Я так и знала, что у тебя глюки, дорогой. Надо, две брать. Кого? Коньяк. Карьеры красивые. Ага. Блохастый, вонючий и все остальное. Залезешь туда, а потом хоп, и в больницу. Теперь хоп. Вон, майский жук полетел. Вот. Делают красиво, да? Ку-ку, милый. Дорогой. Ку-ку. Чё-то там всё. Да. Найдёшь что? Включаю. Целуй меня. Я простудный губ, я не могу сейчас баловать. Ну да, и так, ну и все. Хватит. Еще мне куртку новую практически. Мне мамка жениться купила, ёпка. Вот эту куртку тебе мамка жениться купила? Да. Я не буду жениться с такой курткой. Я буду. А я не буду. Я не хочу в такой куртке жениться. В Орле. А в чем будешь? Свадебное платье покупать? Слушайте, ветер такой поднялся. Почти как море. Помаши ручкой. Помаши ручкой. Как хорошо, свежий воздух. Даже голова прошла. А у меня начала болеть. От недопива, да, дорогой? Хорошо, у меня есть перчатки. Я сейчас буду тебя убивать и копать. Закапывать. Чтобы от перчатки пальцы не осталось. Ужас. Бай. Адюша. Все в сборе. Особенно Михалыч. Повеселел сразу, подобрел, улыбку натянул. Он уже сказал, что у него все это. Все, зашибись. Уже домой ехать. Как кончилось? Он же выпил. Хрена ты, я только полбитра, блин, пивковую же свою катаю. Да ну хули. А хочешь пивка моего грибани? Да конечно, я его не пью. Я после пивкогольного Афанасия, да. Ценности она вызывает, видишь? Да нету сейчас пива, нету. Что вы пьете, это все херня, гадость, говно, блядь. Я самогоночку хотела отливать, но потому что. Да какая самогоночка? Да есть? Нет, у меня есть. Почему здесь ты-то? У тебя есть, ё. Вон,
жмот. Знаешь, это какой жмот? Это правильно. Пиздец какой жмот. Она не жадная, она экономная. Она не жадная. Дай мне все не маленько денег. Не, никогда, у меня всегда нет. Денег я... никогда много не бывает. Я дал, а почему ты мне мало? Нет, он так много дал. Он сказал, это, как ты сказал, это зарплата. Я сказала, немножко денежков мне надо. А ты мне как сказал, это зарплата. Но если это зарплата, тогда это мало денежек ты мне дал. Потому что всегда ты мне даешь зарплату больше денежек. Ты мне, получается, не додал. Тебе сейчас додать? Мне надо додать. Что? Я все снимаю. Подмышку бери мою. Да конечно, нужна мне твоя волосатая вонючая подмышка. Какая она вонючая? Ты хорошая вонючая. Как это волосатая? А как же культура? Не знаю, какая у вас культура, но у меня они подмышки как-то есть природы даны, так они и есть. А то, что вы все набриваете... А то, что вы он все будет набриваете... вот так спать, депицелена хреном ему? Да. Надо точно. Я один раз сделал такую хрень на ноге, блин. Чем? Крем намазал, потом кюпты на тебя, и на ноге ничего не было. Угу. Ну, когда ты все съела, там и пиздец. Долго не росли. Красота. Что здесь красиво? Вот скажи. А вот мне нравится. Вот смотри, мы 10 лет не живем, блин, с Ромкой. Все крещи, как приедет от него в гости, сразу начинает мне звонить и плакать. А нафига она звонит? Тебе смысл? Главное. А? А смысл? Как приедет туда, расстраивается, ну, у него уже только семья другая, ну, а тебе-то что звонить? Какая хорошая девушка. Да. Что имеем, не храним, а теряем, плачем. Да, дорогой. О, майский звук. Да вот. Я про него ей и говорил, ёптина. Она тупила, стояла. Вот она над нами, вот пролетела. Пролетела. Я до этого когда-то разговаривал, вон летит майский звук, она тупит. Он, кстати, всегда должен быть там. Ой, что как пьяненькая. Да, дорогой. Интересно. Чего? Ой, домой. Что тебе должен сказать? Ничего.